В сезон клубники обязательно попробуйте это летнее лакомство, суп с фруктами. Нежный, сладкий, холодный, ну кто устоит? Малыши обязательно попросят добавки. Смотрите рецепт. Для супа выбирайте только спелые, сладкие и сочные ягоды, тогда результат непременно порадует вас. Прелесть его в том, что варить ничего не нужно, в супе сохранились все витамины, а йогурт поможет им усвоиться и принести пользу организму. Давайте посмотрим, как приготовить летний суп с фруктами. Подготовьте все согласно списку, приступим. Очистите киви от кожуры, порежьте на 1/4 части. Положите в чашу измельчителя, добавьте пару капель ванильного экстракта, 2 ложки сахара, 1/4 стакана ледяной воды или воды со льдом. Включите машинку на пару минут, чтобы образовалась однородная пюреобразная масса. Разлейте в 2 маленьких пиалочки. Блендер вымойте. Вымойте клубнику, переберите, оборвите хвостики. Сложите в чашу измельчителя, добавьте ванильный экстракт, воды 1/4 стакана, 2 ложки сахара. Пюрируйте до однородного состояния. Осторожно немного наклоните пиалочку к себе или от себя. На другую сторону влейте клубничную часть, чтобы массы не перемешались. Осторожно немного наклоните пиалочку к себе или от себя. На другую сторону влейте клубничную часть, чтобы массы не перемешались.